Ну что, всем привет, всех с наступающим Новым годом, мальчики и девочки. Всем приятного аппетита. Мы сегодня кушаем оладушки. Да, у кого-то бы на всю семью хватило. Тут раз, два, три. Так, раз, два, три. 5-6 штук. Ну, кто-то по пол оладушки съедает, а Иринка съедает 6 штук. Также мне еще дали шоколадку. Ой, шоколадка Аленка. Шоколадка Аленка. Сейчас, короче, мы поедим и пойдем в магазин. Вот, всех с наступающим Новым годом. Всем счастья, любви, здоровья и так далее. Чем мы будем оладушки есть? Со сметанкой. Ой, Марии тоже с наступающим Новым годом. Также моего любимого Максима Солнечного тоже с наступающим Новым годом. Вот как-то так, да. И никто никому не пристал. Мы просто с друзьями. Так что запомните. То расхудахтались. Ой, мужик бросил. Да никто меня не бросал. Автомойка как работает, так и работает. Вы просто завидуете. Ой, чему у тебя завидовать-то? Ну, есть чему. Вот так вот. А насчет Харастана, да? Насчет Сереги там, друга-то моего. Ну, он говорит, в январе приезжает Иринка. Ну, я думаю, у него там 23 января день рождения. Я думаю, 1 или 2 января выйду, ну, как раз-то еду. Так ведь, девочки? Так что напишите в комментарии, успею я доехать, нет? Автостопом. Ну, а если не успею, то подождет. Так оно. Я думаю, ничего не случится. Также Галину Юрьевну с наступающим Новым годом. Главное вам, Галина Юрьевна, здоровья. Денежек побольше. Счастья, любви и всех благ. И Русланчика тоже с наступающим Новым годом. Но я надеюсь, мы 31 декабря с вами встретимся. Ну и также всех моих подписчиков. И мою, конечно, любимую Зухру. Ну, я же любильная, я всех люблю. Вот так вот. Так что мы сейчас поедим и пойдем в магазин. Главное, много не есть. То, как говорится, жирно же будет, не дойду. Придется эвакуатор вызывать. Не, эвакуатор нынче дороговато, девочки. Ну, так вот. Ой, молодец, Иришка, спасибо. Классная, кстати, бабёха. Всех разводит, а вы клиенты
строчки. Кого я развожу? Никого не развожу. Как там мой друг Димасик? Кстати, тебя Димасик тоже с наступающим Новым годом. Работай, работай, не покладая рук. Ну и здоровья тебе, и счастья. Вот, Димасик, я про тебя тоже не забыла. И новые достижения в новом году, в 2023. Так что, Димасик. Димасик, Димасик, пойдем играть в колбасик. А то он бедный. Я выхожу с трема, он на работу едет. На Тойоте рулит, рулит. Ой, говорит, как я не могу пропустить Ирину Сергеевну. Ой, Аленка, вообще божественная шоколадка. Но много не надо есть, понимаете? У нас еще сегодня магазин, 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 магазин. Вот. А моя работа? Ну что, люди работают. Я ж там не одна. А мы следим по камерам. Он говорит, то покажи дом свой, то покажи работу. Ну а что еще показать? Дом как дом. Все присутствует, все есть. Вот как-то так. Ой. Оладушка со сметанкой. И, кстати, мою Марию, дорогая моя Мария, с наступающим тебя Новым годом. Желаю тебе счастья, любви, долгих лет жизни, ну и здоровья, и всех благ. Также у меня есть и Зухра, да, я ее тоже поздравляю с Новым годом, Зухру. Также ей здоровье. Она в следующем году станет мамой. Третий раз. Здоровье, здоровье тебе, Зухра. И с наступающим Новым годом. И с мужем не ругайся. Угу. А все-таки оладушки божественные, пышные, вкусные, кофе горячее, понимаете? Кофе горячее, кофе горячее. Ой, собака лает. Что там? Что там, что там? Два круга сделал с тазом и задохнулся. Это как понять? А? Молодец, Ириша. Спасибо. Спасибо. Худею, а то дышать тяжело сидя. Да не, нормально. Ой, это у меня что-то просто горло, понимаете? Вот, так вот. Так это уже с наступающим Новым годом.
Мужика тебе желаю богатого в новом году найти. Смотри, сколько у меня их много. Выбирай любого. Ну, а также здоровья тебе. Приходи в гости на оладушки, поедим вместе. Оладушка, оладушка, где ты был у бабушка? Так что все, мальчики и девочки, Ирина Сергеевна сейчас пойдет в магазин на посмотреть тортик. Тортик клубничный. Сегодня к нам приехала в гости Палянтус. Вот мы сейчас поедим. Не, лежать не будем, да. Какой магазин закроется время пол шестого вечера? Какой лежать-то, а? Надо уже это, руки в ноги и бежать. А я тут с вами сижу. А, все, ладушки кончились. Так что, тарелка пуста. Я съела всего 6 штук. И не надо писать. Ой, господи, прости. Мы на всю семью разделили из 20 человек. Ну, молодцы вы. Делите, делите. Но Эринке... Сейчас, кстати, упадет мой в желудок. Будет чувство насыщения. Понимаете, да? Так же, Ленке, осталось только кофе допить. Кофе, наверное, потом допью. Главное, чтобы торт был в магазине. Клубнячный. Там что-то кива клубника тогда было. Ну, сейчас ходим, посмотрим. Есть, нету. Вот так вот. Купим, если что. А если нету, то не купим. Вернемся обратно домой. Ну, а если есть, то увидите наш великолепный торт. Да, Иринка же не повар, чтобы печь торты. Да-да-да, не говорите. Во-первых, мы неправильно сделали коржи тогда. Совсем по-другому делается. Там не 5 коржей, а всего 3. Там надо размягченное сливочное масло, яйца. Там, по-моему, только желтки надо. Желтки смешать с сахаром, с маслом. Что туда еще добавляется, я уж не помню. Ну, извините, у Ринки же это, как его, деградация. Вот так вот. Так что ладно, девочки и мальчики, приятного просмотра. Кушайте вместе со мной и худейте. Ну и что еще вам хотела сказать? Всех с наступающим Новым годом. Вот так вот. А на улице ночь, а на улице ночь. А мы пойдем в магазин, магазин. Все. Всем покусики, до свидусики. Чао, бамбино, сеньорито.